субботу, 3 сентября, в 14 часов пройдет международная историческая акция партии «Единая Россия. Диктант Победы». Это мероприятие посвящено событиям Великой Отечественной войны. Оно дает возможность проверить свои знания истории и русского языка, а также узнать что-то новое о забытых подвигах наших предков. В подмосковном Реутове «Диктант Победы» пройдет на 10 площадках. Помимо очного участия, возможно и дистанционное. Форма для заполнения доступна на главной странице сайта diktantpobeda.rf. Там же можно посмотреть и места расположения площадок и для очного участия в диктанте. Напомним, что акция «Диктант Победы» впервые была проведена в 2019 году в рамках партийного проекта «Историческая память». С каждым годом количество участников акции растет. Если в 2019 году «Диктант Победы» написали около 100 тысяч человек, то в 2021 году уже 1,5 миллиона.